Всем привет! Сегодня мы будем пытаться достать героев с новогодних яиц. Правда, еще не новогодние, ну скажем так, праздничные. Так, вот такая у нас сегодня акция. Разбей яйца. Что у нас тут сегодня падает? Руна воодушевления первого уровня добавлена. Также Купидон, Фея, Триан, Дрейк, Хранитель, Фрэнки, ну, Бигфут и Некрос самые, скажем так, топовые. Ну, поехали. Посмотрим, как нам сегодня будет вести. Так, обычное яйцо. Это хорошо. 200 самов. Уже самые порезали, было 300. Так, мифический мешок. Да, походу опять акцию порезали. Ну, посмотрим, как будут герои падать. Значки почета. В прошлый раз Некрос нам тут упал за 5 паков. Где-то на 60-й попытке. Так, обычные. Самоцветы. И я. 11 яйцо. Уже упал первый герой. Неплохо. Побежали дальше. С Новым годом. С Новым годом, да. Так. Что у нас? Самоцветы. Ну, конечно, тут плюшки. Полная хрень. По сравнению с другими акциями, которые сегодня... Еще одна фея, 17 яйцо, уже вторая. Ну, я понял, сегодня у нас будет день фей. Две феи уже есть за 2 пака. Самый нужный герой. Так, воодушевление первого уровня. Одна рунка есть. Побежали дальше. Зачем, правда, этот сет, если от него толку никакого нет на... 8-8 только себя оправдывает, если талант там качает. Так, кристаллы. Значки почета. Ну давайте, уже пора. Пора уже что-то годное давать. Золотой ключик. Так. Давайте еще разок Некроса. Удивите. Легендарная. Ну, еще воодушевление. Первая руна первого уровня. Супер, просто супер. Самое нужное. Зачем было отсюда выбирать психощит? Психощит намного круче. Добавили, блин, эту хрень. Так, редкое яйцо. Значки почета, ну, самое нужное. Ну, давайте, уже пора. 40. Дроп, конечно, блин. Полная дичь. Так. Кристаллы. Ну, две феи за 3 пака, ну, как-то уже 4 почти. Как-то печальненько. Блять, ну они что, издеваются? 3 феи. Ну, 3 феи упало подряд. 48. Чё ж так Некросы не падают? Либо Бигфуты и все остальные герои. Хранитель, 50-е. Ну, бред полный. Это точно как же предыдущая акция, которую я выкинул. Там, где нам черепов навалило 5 штук. Так. Четвертая фея. Ну, вот я не знаю, не знаю. Триант. Так, уже 3 героя. Триант, фея, хранитель. Ну, побежали дальше, посмотрим. Сколько у нас еще фей упадет? Так, обычное яйцо. Сделали бы сразу по 3. Было бы удобнее. Вот у нас уже половина.
Мы пока выбили только три разных героя. Дрейк остался, Фрэнки, Бигфут, Некрос. И осталось у нас 4 где-то пака, 5 даже. Так. Кристаллы. Ну, как-то новогодние яички могли бы подкрутить, какой-то рандом сделать. Триант, второй триант уже упал. Опять же, почему-то так Некросы и все остальные топовые герои не падают по 2, по 3. Именно падает хлам. Так. Смотрим дальше. Ну, что я могу сказать? Опять говно. Просто акция говно. Когда-то эти яйца были самые топовые по выбиванию героев, там плюшек. Сейчас, блин, ну, 3-4 героя падает. Таких, которые никому нахрен не нужны. Четвертое. Четвертый слот воодушевления. Ну, просто супер. Нафига было его сюда пихать? Людям психощиты нужнее, чем эта хрень. Еще одна. Ну. Так, кристаллы. Ну, что я могу сказать? Сами видите все. Так, 300 самов. Опять кристаллы. Ну-ка, давай-ка. Ну, уже, блин, дохренище всего открыли. Больше 7 паков и... Как видите, нас даже не пахнет ни Некросом, ни Бигфутом, ни Фрэнки. Даже Дрейк нам еще не упал. Зато вот этих рун, никому не нужных, нападало уже дохренище. Еще одна руна. Это бред. Называется донатные руны. Так, кристаллы. Еще кристаллы. Ну, не знаю. Делайте выводы сами, если вы хотите за попытки вытащить героя. Просто сегодня, походу, очень много акций, из-за этого они тут сделали такую хрень. Потому что в других акциях реально топовый лут. Легендарное яйцо. Ну давайте уже, блин, Дрейк, Бигфут, Некрос дело. Фрэнки можно даже, ради интереса, ну... Зажрались просто. Да. Просто, ну, сами все видите, да? Блять, Некросы начали падать чаще, чем там какие-то, не знаю, там Бигфут и все остальное. Какого хрена так? Ну, не знаю. Ну, реально. Просто жестяк. Побежали дальше, добьем еще один пак. Может, все-таки выбьем Бигфута еще одного на прокачку. Так, кристаллы, значки почета, сушки. Легендарное яйцо. Ну, хоть что-то. Хоть Некроса выбили, Бигфута, конечно, не получили опять. Как-то странно. У меня аккаунт опять заточен под донатных героев, а то, что надо, не падает. То, что хотелось бы, скажем так. Так, ну, вот так вот. Давайте заберем плюшки, посмотрим, что у нас там получилось.
Сколько самоцветов? Так. Получить все. Ну, вот так вот. 5 рун собрали. Никому не нужных хранителя. Атриантов что-то вообще не вижу. А, они еще даже нам не пришли. Значит, у нас больше, чем было. Ну, некрос есть. Тоже, в принципе, неплохо. Так, сейчас. Окей. Забираем еще. Невозможно получить награду. А почему невозможно? Сейчас посмотрим. Возможно, у нас полный склад. Да, у нас склад уже забит. Сейчас мы немножко его почистим. Так. Так, и вот так. Что у нас тут еще такое ненужное? Ну, вот эти можно пооткрывать. Так. Так, забираем второй. Вот так вот. Еще в эти слоты. Ну, один сет. Один сет собрали, только первого уровня. Зачем им нужен, даже не знаю. Но пусть будет. Вот такой у нас был сегодня роллинг героев. В принципе, некрос уже, как видите, можно его и собрать, и осколками намного дешевле, чем он был раньше. И так выбить до 10 паков. Пробуйте. Все, всем удачи, всем пока.